Привет, я Алена Терещенко. Сегодня я расскажу, как сделать смоки айс, но не обычные, а цветные. Смотри внимательно. На лицо модели уже нанесена тональная основа и сделана легкая коррекция. Для начала я создаю базу под тени. Для этого по линии роста ресниц верхнего и нижнего века наношу зеленый карандаш. Растушевываю при помощи плоской кисти. Также я прокрашиваю слизистую века. Теперь наносим тени на подвижное веко. Я использую зеленый оттенок из палитры теней. Благодаря тому, что я нанесла карандаш, тени будут выглядеть ярче и дольше держаться. На неподвижное веко я добавляю другой оттенок теней из палитры, чтобы сделать акцент. Это может быть более светлый оттенок или более яркий. Я использую желтый. Затем самым светлым оттенком из этой же палитры я высветляю внутренний уголок глаза и область под бровью. Не забудьте подчеркнуть брови, я делаю это с помощью теней. Так как макияж глаз достаточно яркий, то я советую использовать помаду нейтрального светлого оттенка. Теперь, зная эту технику, ты можешь смело экспериментировать с любыми цветами.